Связанное добром белорусскому детскому хоспису исполняется 25 лет. Уже четверть века организация помогает семьям, в которых есть дети с самыми сложными диагнозами. Десятки программ и проектов, психологическая поддержка родителей и медицинская помощь малышам, у которых болезнь отнимает детство. Сегодня гостей принимали вне стен хосписа и говорили только о праздничном. В день рождения все желают друг другу больше улыбок и по-настоящему счастливых дней. А для этого многочисленные программы хосписа. Социальная передышка, выездная служба, помощь в стационаре, активная работа в регионах. Летом для детей настоящий лагерь, а в течение всего года тематические праздники. Сейчас специалисты помогают 300 семьям, и эту поддержку ценит каждый. Чтобы люди не тратили время и энергию на страх. Потому что страх – это энергия. Когда ты тратишь на страх, ты теряешь ее. Вместо того, чтобы сконцентрироваться и идти побеждать, побеждать свою болезнь. То есть настоящий паллиатив – это не помощь в конце жизни. Паллиатив – это помощь в тяжелом состоянии, в тяжелой болезни. Помощь справиться с психологическими проблемами, с физическими проблемами. Вот это и есть помощь. За 25 лет хоспис прошел этапы от работы в двух палатах до открытия Республиканского клинического центра паллиативной и медицинской помощи детям. А в этом году запускают программу и для взрослых людей с неизлечимыми диагнозами до 40 лет. В штате организации работают 22 человека, но здесь готовы принять помощь каждого и приглашают волонтеров.